Не серчайте, ребятки. Но я этим на жизнь зарабатываю. Уж поверь, Неро. Лучше тебе в это не ввязываться. Оригинал. Экс. Оригинал. Так, ну как бы все есть. Да, кастомизируем чуть-чуть. Кстати, по идее, я тогда всего я смогу и шляпку попробовать. Все-таки самое важное — это меч. Ну что ж, практически полностью. Так, по снаряжению все, что могли взять, что было, то было. Я так полагаю, доп. Контента будет еще немерено и будет выходить еще месяцами. Столько потенциала к куче оружия, к дополнительным миссиям. Было бы круто сплитскрин сделать, чтобы играть можно было вдвоем, например, в каких-то сражениях. В общем... Если это будет просто эпик. Ну, эпик уже и сейчас. Так, ты что-то видишь здесь? Я не вижу чего-то такого. Секретного. Все, вот как оно работает. Наконец-то. Это просто был вопрос клавиатуры. Ладно, теперь всерьез. Полный вперед. Ладно, шляпа стильная. Опа! Шляпа у него на голове. Не ушел. А надо бы. Ладно, че я парюсь? Вот. Thank you.
Опа, что я нашел? То, что стал частенько терять в последнее время. Gold Orb. Здорово. Зачем они все есть? Да вроде бы все есть, можно не не говорит, что я наконец-то упростил себе жизнь и просто прыгнул куда надо. Теперь не надо будет драться опять с кучей мяса. Да, ура! А куда теперь? Я за монетками не гоняю это. Так куда ты бежишь? Иди сюда. Сюда вернусь. Сколько вас здесь? Двое? Я туда попал. Ах.
Да, не все так просто, друзья, не все так просто. Наконец-то они начинают подыхать. Наконец-то. О, так, это что, реально оба? От одного удара, наконец. Фух, ну. Не ожидал, что два бегемота с меня сделают котлету. Так, куда? Да, сюда. Есть, по-моему. Так, хорошо, идем дальше. На самое днище. Кто проживает на дне океана? О, Резен. Так, погнали дальше. Ап, не допрыгнул. Красиво, блин. Насколько это красиво. А, хорошо, двигаемся дальше, но... Эта шляпка хороша. Реально хороша. Yeah.
где эта поебота? А вот она, ну привет, поебота. Сквидбат, блять. Блять, а вот это уже торба. Ладно, сейчас. Отыграемся. Я совсем забыл про Дэвил Триггер. Он бы сейчас вырушил, но... Вот так-то лучше. 3, 2, 1. Вперед и вниз. Ну да ладно, пора топать. Хорошо, кастомизируемся тогда немного. Не сказать, что мне что-то нужно, но можно посмотреть, что у нас есть. Оружие то же самое. Меч у нас хорошо прокачан, поэтому что мы выберем? Ну давай обилки тогда. Обилки не можем. Ну, балроги я использую постоянно, поэтому... Не качнуть его, это, конечно, было бы зря. И стиль Свордмастера, так как он тоже у нас используется постоянно. Отсюда. Лишь владыки подземного мира могут войти в эти врата. Ты не пройдешь. Эй, полегче, дружок, эй. Помню, встречался мне один вонючий песик вроде тебя. Я не потерплю оскорбления от тебя, смердящая тварь. Looks
Смотрю, твой хозяин держит тебя на коротком поводке. Иди сюда, щеночек, погуляем с тобой. Ну же, пойдем. Ты одолел наших родичей. Но перед тобой вожак стаи церберов. Они были слабы, но мы полакомимся твоей плотью. И обладаем каждым кость. Вот так. Сильнейший щенок из помета. Придется найти поводок понадежней. Поехали. Вот это собачка. Трепещи, трепещи перед моим пламенем. Надо же, ты пострашнее своих четвероногих родичей. Чувствую ярость бури. Так, подожди. Секундочку. Как же активировать? Devil Trigger, это понятно. А как же поменять Devil Trigger? Devil Trigger здесь, это ясно. Как же активировать второй Devil Trigger? Ладно, импровизируем. Этот бой заряд бодрости на целый день. Как ты там, щеночек? Не дурно. Но мне станет еще лучше, когда ты сдохнешь. Ничего себе, я всрал все монеты, все красные орбы, просто все, но ладно. Я не знаю, как активировать второй Devil Trigger, он активный, но на чем? Оставь свои насмешки, никому из моего рода не сравнится с ним. Спалю тебя. Опять ты? Да не пари горячку, остынь. Жар моего пламени принесет тебе только смерть. Сейчас он меня ударит, и это... Это эпик фейл. Ладно, голд орбы еще не закончились. Майк.
Но пока получается. Ярость бури. Познаю разрушительную мощь адской молнии. Чувак, почувствуй разрушительную мощь моего Devil Trigger, сука. Иди сюда. А, хвост поджал. Иди-ка сюда. Дам косточку. Ко мне, дружок. Столь ничтожными оскорблениями ты меня не проведешь. Твоя плоть заледенеет. И правда заледенела. Бель просто жалкое подобие моего могущества. Даже мощь Бериала меркнет под моим огнем. Ярость бури. Блин, надо было отойти, наверное. Огонь и лед лишь детская забава. Да, непоколебимо. Ну, видимо, поколебимо. Осталось еще совсем немного. Давай, давай, детка, давай. Осталось совсем немного. Даже почти не сопротивляется. Почувствую ярость бури. Так, а ты почувствовал? Ха-ха. Последний выстрел. Это было красиво. Похоже, я прибыл первым. Прекрасно.